Приветишки, ребятки, с вами Лекс, и мы наконец-таки с вами запустили ядерную боеголовку Fallout 76. И в этой серии как раз-таки я расскажу, как ее полностью запустить, начиная с самого начала, какие действия вам придется выполнить для того, чтобы победить матку зверожогов, которая появляется после сброса бомбы в разлом Prime. Начнем с того, что вы должны пройти квест, связанный с Анклавом, а точнее вы должны стать именно генералом Анклава. Для этого вам нужно пройти все квесты, которые вам даст модус. Как начать квест Анклава, можете посмотреть в интернете. Что нам потребуется? Для начала вам нужно телепортироваться в White Spring. Заходим с служебного входа и проходим в ту же комнату, в которую направляюсь я. Я этот путь уже запомнил, так что думаю, если вы будете часто сюда приходить, и вы довольно-таки быстро запомните. Тем более, одна из последних миссий Анклава как раз-таки приведет вас в эту комнату. Здесь мы сразу встречаем вот такие вот таблички, на которых написаны некоторые слова. Каждую неделю эти слова будут меняться, и каждая из них относится к одной из шахт. То есть Альфа, Браво, Чарли. Эти слова у вас будут написаны не полностью, но к этому мы еще вернемся. Сейчас наша задача взять миссию. Подходим к терминалу и запрашиваем задание на поиск карты. После того, как вам выдало задание, открываем карту и телепортируемся в ближайшую точку к нашему заданию. Там мы видим дрон, который как раз таки несет ценный кейс, которым и будет нужная нам карта запуска. Дрона будет сопровождать вертоботы, которые будут вас постоянно атаковать. Помимо этого, также вас будут атаковать все остальные мобы, которые будут мешать нормально сбить этого дрона. Сбиваем дрона, забираем карту и возвращаемся обратно. Теперь, после того, как у нас есть карта, нам нужны будут коды нужной нам шахты. Это либо Альфа, либо Браво, либо Чарли. Я выбираю Альфа. Подходим к терминалу и запрашиваем задание на поиск кодов. После чего телепортируемся в ближайшую к заданию точку. Убиваем Горелого, который несет этот код, и забираем его у него. Так нужно сделать максимальное количество раз, то есть 8. После этого терминал не будет выдавать вам задания на поиск кодов для этой шахты. Их всего должно быть 8. После того, как мы собрали все 8 кодов, возвращаемся в бункер White Spring и смотрим на слово, которое нам нужно. Это слово нам нужно будет ввести на сайте. На сайте nukacrypt.com. Здесь есть 3 строки. Ключевое слово, буквы и цифры. В данный момент у нас слово stewarding, вписываем его. Также пишем все 8 букв, которые присутствуют на каждом коде шахты Альфы. И также все цифры с каждого кода той самой шахты. И нажимаем solve, после чего нам выдают возможные варианты кода для запуска ракеты. И по сути, для того, чтобы нам точно не облажаться, нам нужно взять и выбить целых 6 карт запуска из тех самых дронов. Мало ли, первый, второй, третий, четвертый, пятый не подойдут. И подойдет как раз таки именно 6. И разумеется, на протяжении всей недели код будет активен. И меняться он не будет. Потому что ключевое слово остается точно таким же. Если в ключевом слове не хватает каких-то букв, то вы заменяете эту букву знаком вопроса. К примеру, вместо второй буквы T в слове stewarding мы ставим знак вопроса, и нам выдается просто большее количество возможных вариантов кода. В этом-то и заключается вся сложность подбора правильного кода. Может получиться так, что у вас просто не хватит карт запуска. После всех проделанных действий ищем точку Альфа на карте и телепортируемся к ней. И выполняем то, что нам как раз-таки написано по квесту. То есть подходим к терминалу для того, чтобы придумать, как обойти лазерные решетки. После чего ищем опять-таки терминал, с помощью которого мы должны придумать, как сделать себе биометрический идентификатор. Находим старый биометрический идентификатор, это такая синяя карточка. Она должна находиться где-то рядом с вами. Таких карт несколько, так что думаю, сложности не составит найти ее. Стираем все данные с этой карточки. Бежим в соседнюю комнату для того, чтобы получить собственные биометрические данные. Обязательно постоянно находитесь в силовой броне, потому что без нее очень тяжело проходить. Силовая броня – это основной элемент игры. На высоких уровнях вы расставаться с ней вообще не будете. И, разумеется, бежим опять к этому терминалу для того, чтобы создать себе собственный биометрический идентификатор. После чего возвращаемся к стартовому терминалу и проводим карточку через систему регистрации. И доступ открыт. Дальше мы переходим в комнату с реактором. Здесь опять-таки на терминале мы делаем то, что просит нас задание, а именно выключаем реактор,
начинаем починку всех труб. Разумеется, отбиваясь от толп врагов. Чтобы пройти шахту одному, не составит никакого труда. Что на низких, что на высоких уровнях, все одно и то же, потому что противники подбираются под ваш уровень. И после починки всех труб, разумеется, подходим к терминалу и перезапускаем все реакторы. На это у нас будет отведено определенное время. По прохождению дальше нам потребуется сломать компьютеры. А именно уничтожить ядра центрального компьютера. Их будет много, так что придется поискать немножко. Не забудьте как раз таки запастись стимуляторами, бафаутами, антирадином, медиксом, радиксом и всеми остальными препаратами, которые помогут вам спокойно пройти через огромную толпу мобов. Потому что может повести и будет не очень сильно много роботов, а может и не повести, и они будут спауниться постоянно. Но я так понял, алгоритм таков, что чем больше людей, тем больше роботов. То есть, если вы пойдете командой, разумеется, роботы будут лезть изо всех щелей. Почему я хожу с молотком? Потому что у меня прокачан ближний бой. У меня полностью вкачана сила, и все перки прокачаны именно в ближний бой. Поэтому дроны мне было сбивать довольно-таки проблематично. Уничтожив все ядра, вы, разумеется, переходите на следующую комнату, в которой будет похожая миссия, только уже ядра нужно будет не уничтожать, а заменить на рабочие. Ядра центрального компьютера разбросаны по всем близлежащим комнатам, их просто нужно будет поискать. Шахту пройти будет проще всего как раз таки, если вы танк, либо у вас хороший урон с оружия. Но если вы играете через скрытность, либо саппорт, то одному вам будет очень сложно пройти шахту для того, чтобы запустить ядерную ракету. Вам нужно будет все-таки собирать команду. Ну, либо есть другой вариант забрать старые сломанные ядра с этого компьютера и починить с помощью ремонтного верстака. Так будет гораздо быстрее и ресурсов, в принципе, не так уж и жалко. Сейчас мы вылезем из силовой брони и нам нужно будет починить вот эти вот ядра. Перед тем, как это сделать, убедитесь, что в комнате никого нету и никто не зайдет, чтобы убить вас. Потому что убить вас без брони довольно-таки просто. Ремонтируем 11 ядер центрального компьютера и, разумеется, сразу же выходим из танка и забираемся в нашу броню. Для того, чтобы обезопасить себя. Починив терминал, мы, разумеется, открываем себе дверь и проходим дальше. На протяжении всей миссии на вас будут постоянно нападать волны всяких роботов, цель которых защитить шахту от таких негодяев, как мы, которые пытаются запустить ядерную боеголовку. Открыв дверь, мы просто пробегаем по коридору в следующую комнату, в которой как раз-таки нам нужно будет выполнить заключительную миссию. Находим терминал, на котором нам нужно начать подготовку к запуску, и для этого нам, разумеется, потребуется помощь. Помощь специальных роботов, которые будут как раз таки налаживать все системы для того, чтобы можно было произвести удар в нужную вам точку. И вам этих роботов придется защищать. Процесс довольно-таки долгий, вам придется действительно попотеть. В некоторых местах даже бывают такие моменты, когда вы не замечаете то, что бьют вашего робота. И в последний момент только успеваете как-то его спасти, либо наоборот не спасти. Если вам не удается все-таки спасти этого робота, вам придется призвать еще одного. Точно такого же. Это делается очень просто через терминал. Как показано на видео. После всех действий вы получаете награду и наконец-таки можно запускать ракету. На всю подготовку к этому ядерному удару мне пришлось потратить довольно-таки много времени. Часа 4 как минимум я потратил на все эти телепортации, на все эти поиски кодов, на расшифрование и на то, чтобы как раз-таки пройти полностью этот бункер. Ну что ж, подходим к первому терминалу, на котором написано «Вставьте карту ядерного оружия здесь». Мы, разумеется, этим и занимаемся, вставляем карту сюда. Подходим ко второму терминалу, где как раз-таки у нас будет вот такой вот кодовый замок, в котором мы должны ввести код запуска. Код запуска — это один код из тех 6, которые нам предлагалось из возможных вариантов. Но в этом видео я использую абсолютно другой код, но получил я его точно таким же способом, так что все делайте, как сказано в видео, и у вас все получится. И, разумеется, остается только навести ядерный удар. Подходим, выбираем разлом Prime и стреляем.
чего можно сразу же забегать в эту зону для того, чтобы наконец-таки начать испытание. Испытание, связанное с маткой зверожогов, которая как раз-таки появляется в тот момент, когда мы подбегаем к тому самому разлому. Для чего еще эта зона пригодна? Здесь вы можете насобирать растений. Эти растения мутировали, и из них вы можете собрать флюс. Это тоже важный элемент, который, разумеется, используется в крафтах некоторых предметов на вашей базе. Помимо этого, здесь, разумеется, появляются мобы, монстры, которые как раз-таки гораздо сильнее, чем те, которые здесь были. Появляются высокоуровневые монстры, вы их должны будете убивать. И, разумеется, опыта за них дается гораздо больше, чем за обычных. Чтобы убить матку зверожогов, вам придется попотеть, и одному вам точно не удастся это сделать. А может быть и удастся, но для этого вам нужен просто невероятно высокий уровень. После ее убийства вы получаете некоторые редкие предметы и, разумеется, опыт. Опыта не так уж и много, потому что опыт дается за уровень существа. Чем выше уровень, тем больше опыта. Учитывая то, что здесь попадаются обычные зверожоги 80 уровня, вам можно спокойно набивать уровень не только на матке, а на всех остальных существах, которые здесь спавнятся. Ну на этом, в принципе, все. Здесь больше от вас ничего не требуется. Какое-то время вы не сможете запускать ядерную боеголовку шахты Альфа, если не ошибаюсь, на протяжении их 3 часов, но код останется неизменным. То есть тот код, который вы использовали для взрыва боеголовки в этот раз, можно будет использовать на протяжении недели, пока код не сменится. Давайте кратко рассмотрим, что же нам потребовалось для всего этого. Изначально собираем карту запуска, 8 кодов шахты, нужной вам, вписываем на сайте NewcoCrypt ключевое слово, буквы и цифры с кодов шахт, получаем возможный код запуска, посещаем нужную вам шахту, проходим все испытания, вводим карту запуска, вводим код запуска и, разумеется, наносим ядерный удар. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях, не забываем подписываться в паблик ВКонтакте, ссылки есть в описании и шапке канала. Надеюсь, я вам все объяснил как надо и, разумеется, это можно было объяснить более кратко. Но в видео я показал все нюансы и все шаги абсолютно наглядно, чтобы не оставалось никаких вопросов. С вами был Лекс, это была игра Fallout 76, спасибо за просмотр и всем добра.